Товарищ артист. Что у нас? Поляска такая, нелегка, но зато мадеет гапака. Раньше-то... Да, 30%. Теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. Аккорд. Еле струны дрожат на гитаре. Молчи. Фортепиано оборвано флейт. Сердце девичье верило, сбудется жизнь и счастье, настанет пора. Но не думала роза, что влюбится по уши в молодого вора. Ты просто мышка, ты просто тень. Ты прожитый вчерашний будний день, мелькнувшая за поворотом шаль. У зашторенных окон в высоком углу, взяв за талию, шепчет на ухо, приглашает летеха на стопку к столу молодую губастую шлюху. Потерев ладонью по небритому лицу, глядя, как подкатывает Волга, сплюнув сигарету, вышел Витька на крыльцо с чувствами исполненного долга. Окончен процесс, и нас выводили. Ты что-то хотела мне взглядом сказать. Я в детстве подружился с сигаретой, бывало по карманчикам шмонал, и папа ремешком лупил за это. Но я тайком, как прежде, воровал. Меня девчонки рано полюбили. Откроют замки, и каких петлей не смазанный скрип мне вернет свободу с легкой руки. Я запомню навсегда этот миг. С кичманом котом раздавлю, как поганую вошь. На слободке найдешь корешей, передашь им маляву одну. Ну, спокойных под майнам ночей, отсижусь у тебя. Косой осенний дождь мне смоет боль сердечную. Ах, как оно болит. Я давно так
душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал, и слова как свиста, хоть строчки ложатся криво. Уже свечи там горят, и белой пеной водопад шампанского зальет и за душу берет. Мама, мама, прости, я себя загубил, свою молодость под ноги бросил. Гуруха с хвостом. У нее сумка такая. В сумке ребенок. Так прыгает. День второй. Третья серия фильма «Наши». «Наши в Америке». Тверские в Америке. Есть охота, мы слышим. Люди подсчитывают мелочь последнюю. Видишь, собирают ее. Собирают ее с земли. Уже насобирали на какие-то завтраки более-менее. Маринка стоит, смотри. Где? А она здесь с 8 утра стоит, у строителей ждет. Хочет, да? Хотите чай налить вам? Ну все, я заканчиваю снимать. Влад, что скажете нам на китайском языке? Про Америку. Ну, вообще-то, первые слова мои матерные, которые я хотел высказать. Вот. А потом, ну, солнышко вышло, дождик прошел, съездили, да, в Манхэттен. Ну, как там? Алекс и советовал. Вот, жалко, что его сейчас с нами нет. А то бы он, наверное, комментировал бы чуть больше. И, в принципе, впечатление уже скрасилось как-то. Марина, а вы что скажете? Ну, тоже я поддерживаю его полностью. А потом мне нравится то, что... А что у вас глаз какой-то зеленый один? Правда? И носу что-то торчит. Глаз зеленый. Нет, ничего не торчит, и глаз нормальный. Понравилось то, что как бы опять, то есть четверо тверских, это уже много. Это, вчера мы как-то в разброс были, а сегодня вроде четверо тверских прошли, и то есть это, ну как, съездили в Уфу, уходили. Точно. Как город Новокузнецк называется, где мы сейчас находимся? Челябинск на Одере. На май, точно. Май нет. Женское дело. Не надо. Ничего не делать. Делечить. Ну, чтобы денег давали побольше, я бы тратила. Видите, на третий месяц. Девочки мои, смотрите на меня. Смотри на пап Мишу-то. Ой, Мариш, ну-ка глянь на пап Мишу-то. Повернись. Помахай рукой, смотрите. Я вас поздравляю всех. С самым большим праздником на земле, с Рождеством Христовым. Ура! Ура! Ура!
Миша? Зилдубэй, Халдалбэй, Халдалбэй. Дайте Николаю маску. Да. А что, у нас и выпить нет? Маленький не умело, но по настроению. А, видишь, собака ходит. Новогодняя. Пора уже лег садиться. Да. За стол.